Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Вы на канале «Прогулки по Харькову». Сегодня мы идем в магазины «Рошен» покупать конфеты и печенье. Если вам нужны самые свежие, самые вкусные деликатесы, шоколадные деликатесы, то нужно прийти, конечно же, сюда, в магазин «Рошен». На витрине вот такие симпатичные герои, сказочные герои или мультяшные, пчелочки с мармеладом, с конфетами и так далее, и цветочки. Так, ну что, а мы заходим сейчас уже в сам магазин. Так, ну что, я внутри в магазине. Тут вот такая красивая, инсталляция для детей. Игрушки мы их потом рассмотрим. И сейчас я захожу уже в сам зал. И давайте мы рассмотрим конфеты. Конфеты все очень вкусные. Конфеты свежие. Вот видите, скидочка 67 гривен. Скидка 32% на эти конфеты. Вот тоже скидка 67,89. Вот такие конфеты здесь можно купить. Это конфеты, ну, одного вида, только с разной начинкой, наверное. Так, это то, что было при входе. Идемте дальше, посмотрим печенье. Печенье очень-очень много с разной начинкой. Это вот такой длинный ряд. Это все печенье. Вот это тортик, рулет, да, рулет райский. 37,15 стоит. Золотой ключик 37,15. Это вот тоже такое печенье. Бисквитное 68,40. Вот с разной начиночкой. Так, это прайски, только немножко покрупнее. Вот такая вкусная печенюшка есть. Вот цена. Давайте посмотрим цену. 49,95. Печиво дукаве. Масло ваниль. 14,95. Вот уже очень большой выбор. Много печенья. Но мы идем дальше. Еще вот такое с печенье. С клубничной начинкой. 33,20. Это яблоко и корица, и вишенка. Так, вот еще какое-то печенье. Черница крем, полуница крем. Вот, тоже, в принципе, недорого, нормально. Я знаю, что здесь всегда весь товар свежий. Это точно вкусняшка. Тоже разная начиночка. Вишенка, малинка, апельсинка. Все очень аппетитно. Это маленькие формы, вот поменьше, по 135 граммов, а это побольше, 420 граммов. А это похоже на вафельные трубочки, да, вафельные трубочки, 27,90, с разной начинкой, тоже большой выбор, вкусняшка, с чаем, с кофе, вот утром, это просто будет отличный завтрак. Я дошла до конфет. Это, конечно, можно рассматривать долго. Пахнет очень и очень вкусно. Вот виски, ликер, конфеты. 61,40. Конфеты вкусные, я знаю, 100%. Если вы их не покупали, не пробовали, покупайте, вам понравится. И вот такой вид, эти с ромом. Ромовый ликер. Вот. Так, дальше наши любимые классика, вишня с ликером в шоколаде. Ой, стрелка, стрела Рошен, скидка 109 гривен сейчас. Какие же это вкусные конфеты. Очень-очень вкусные конфеты. Советую всем. Ну, харьковчане знают, конечно. Конфеты Монблан. Это гора в Альпах во Франции. Самая высокая гора во Франции, кажется.
Так, цена 96,35, цукерки Монблан з сильним лісовим горіхом. Ну, яка прелесть. А вот шоколадные фигурки. Смотрите, собачка шоколадная какая симпатичная. Вот, их тут много. Дальше, что еще? Зайчик. Зайчик стоит 96,50. Собачка 78,35. Слоненок. Вот, сколько он стоит? 89,80. И еще есть единорог. То есть ребенок может выбрать то, что ему хочется. Вот тоже скидка идет на вот такие конфеты. Смотрите, 118,33. Конечно, всего 194 грамма. Это очень мало, но конфеты очень вкусные, с разнообразной начинкой. Ну, на подарок можно позволить купить. А вот еще видела большого зайца. 329 гривен. Ну, вот такой красавчик. Ну, и здесь тоже, видите, скидочки идут. 67,89. Вот на такие конфеты. Ассортимент вот такой. Можно купить еще такие конфеты в шоколаде. Это миндаль или фундук. Это вот упаковочка. 175 гривен за 180 граммов. Или можно купить на развес. Вот видите, миндаль вот такой можно купить. Фундук. Фундук 69,90 за 100 граммов. Вот. Арахис. Арахис 39,90. А вот кешью. Очень вкусные орешки. В шоколаде ни разу не ела. Надо будет как-нибудь купить, попробовать. Это изюм и орехи, арахис, да, в шоколаде. Вот такие упаковочки. 78,50. Пахнет шоколад просто потрясающе. Микс горихов. 119 гривен упаковочка. Ну, дальше опять печенье, печиво до кавы. Классика жанра, очень вкусная. Вот, дальше можно купить зефир. Сейчас я посмотрю на цены. Ага, скидка 20%, а цена, наверное, сейчас поищу в другом месте. Ага, вот цены. Скидка... Так, с 15,95 с ананасовой начинкой. Вот. Берете вот такой пакетик. Затем берете перчаточки и накладываете сколько вы хотите. Еще можно купить мармелад. Мармелад в шоколаде. Вот это вот дольки лимонные, апельсиновые. Это птичье молоко в шоколаде. Ой, как это все аппетитно выглядит. Ну вот я дошла прям до райского удовольствия. Конфеты. Конфеты на развес. Выбираете, какие хотите и сколько хотите. Вот смотрите, цена. Опять классика жанра. Красный мак. 24,35 за 100 граммов. Это дорогие конфеты. Ну, наверное, очень вкусные. Давайте просто пройдемся, посмотрим. 46,90. Вот такие чернослив в шоколаде. Медаль шоколадная. Я помню, с детства такие конфеты. Они были раньше. Так, что еще? Вот эти вот очень вкусные. Вот эти вот желтенькие. Как называются они? Куку. Шоку. 28,65 за 100 граммов. Это карамельки. Ой, глаза разбегаются, конечно. Выбор огромнейший. Запахи потрясающие.
вот эти вкусные конфеты и вот эти вкусные конфеты. В общем, нужно это видео заканчивать, иначе просто сойдешь с ума от желания все это съесть или надкусить, да? Не съем, так понадкусываю. Гляньте, как красиво. Так, это уже пошли карамельки. Я дошла до холодильника, до тортов. Здесь можно купить сгущенку 600 граммов, 78,60. Наполеон Роше. Торты здесь всегда свежие. Покупала несколько раз, знаю. Это масло. Солодку вершковый экстра, шоколадное масло. Торт медовик Роше. 139,50. Это поменьше. Побольше 249,60. Вот какой красивый лимонный торт. Прелесть какая. Дальше есть торт трюфельный, золотой ключик, торт прайский, грильяж. Ну, конечно, киевский торт, классика жанра. Так, почем же киевский торт? Сейчас я не вижу цены. Вот он, киевский торт. Это торт Дива. Вот скидка, видите, ежедневно после 7 часов вечера на все торты 25%. Шла я на киевский торт, цены 450 граммов 255 гривен, а 850 граммов 435 гривен. Вот они, эти торты киевские. Еще и зефир, вот видите, упакованный уже отдельно, не на развес. Вот такие детские зефирки или конфетки дети там обожают, оно красивое, яркое. Вот, ну и вот такой вот есть тоже зефир. Мои любимые батончики, я обожаю с детства, только их было раньше очень мало. Теперь большой выбор с большой начинкой. 12,55. Голубенький — это молочный шоколад. Красный — это, наверное, черный шоколад. А помадно-шоколадный. Еще вот такая акция, скидка на вафли. Вот. Ну, это еще тоже шоколадки Рошен. Тоже скидка на них идет. Можно купить темный шоколад. Ой, не шоколад, а какао. Темный какао-порошок для домашнего приготовления блюд. Это непонятно, что какая-то конфета. Горячий шоколад-микс из мармелада. Что-то побаловаться, наверное. Так, это все шоколадки. Шоколадная фигурка здесь, кошечка. Это упакованные деньги шоколадные. Вот. Ну, а дальше пошли тоже вафельки. Ну что, я заканчиваю видео, иду на кассу. Вот. Выбрала то, что мне нужно. Надеюсь, вам тоже понравился этот магазин. Так, тут еще возле кассы всякая всячина. Мелкая всякая такая ерунда, которая тоже довольно интересная. Кстати, вот возле кассы, смотрите, есть подарочные наборы. Украинские, да. Это для гостей, для иностранцев. Вот такой набор с конфетами есть. Дальше, вот видите, Украина. Набор конфет. 149 гривен. Ну, дальше зайчики. Такое все, яички какие-то. Ну, вот тоже подарок. А вот еще такой большой есть. Сувенирный такой набор. 348 гривен. Киев называется. Все, друзья, я купила, что хотела, видео поснимала. Если было интересно, комментируйте, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Будем по Харькову гулять вместе. До свидания, до скорых встреч!